Вот, пойдете, закажете пиццу и съедите, и отнесете родителям, правда? Кинуть снаряд и выиграть пиццу. Вайшток Вадим играет недавно, но ему уже есть чем гордиться. Сначала ты думаешь, что это очень легкая игра, но потом ты понимаешь, что это очень сложно. И когда у тебя первый раз получилось у меня, сейчас мы отстаем на 2 балла. Айшток или баварский керлинг – командная игра на льду. Обычно в ней 6 периодов. Все участники обязательно должны сделать броски. Кто дальше и точнее кинул, тот и получает балл. Очень часто бывает, что играют команда взрослых против команды детей. И не обязательно взрослые выигрывают, потому что все зависит от силы удара. Где-то он должен быть чуть слабее, а где-то посильнее. Семейная эстафета тоже часть праздника. На старте розовые пантеры и спортивные тигры. Команды состязались в быстроте и ловкости, а тем, кто все же немного замерз, предложили горячий чай. Сегодня в программе у нас множество спортивных соревнований для детей, отдельно для взрослых, для семей, очень разные. Впрочем, многолюдно в этот день было не только в Голицыно. К программе спортивного праздника «Стартуют все» присоединились и другие парки округа. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».